Всем привет, меня зовут Алекс, и это игра South Park The Fractured But Whole, которой мы собираемся. Так, и значит, мы продолжаем наше похождение в South Park, и нам необходимо пойти к москиту, как я понимаю, да? Соответственно, где у нас точка, активированная быстрых передвижений? Сзади, возле школы. Туда мы и пойдем. Найдем сейчас эту точку передвижения, она вот, на ее искать не пришлось. Ну-ка, передвигай меня. Да, я вызывал фастпасса. Так. Если тебе что-нибудь надо будет быстро добраться, можешь на меня рассчитывать. Позови, если когда-нибудь нужно будет добраться. И, короче, все, хватит. Иди гуляй. Эй, слышь, пропусти меня, говнюк. А куда? Куда? Чего? Финансовая система в огне? Так, вот, така. Эй, Джимми. Можете ударить? Надеюсь, тебе стало лучше, козел. Добро пожаловать, так, от Фримена. Если я могу быть чем-то полезен, обращайся, я буду рад помочь. Только дай мне знать. Звезда сцены экрана Морган Фримен пока не готов делать с тобой селфи. Да и пошел ты нахер, давай мне советы свои. Так, от Фримена работает по принципу «сам себе шеф-повар». Ты же знаешь, как придумываются блюда. Просто заходи в меню составления блюд и начинай готовить. Открыть меню, так, ага. Ты можешь составлять разные блюда из разных ингредиентов. Окей. Давай начнем с главного блюда. Буррито. Это теплая тортилья, в которой заворачивают любую начинку. Вот, держи, для начала тебе этого хватит. Еще дал мне, нифига. Ей сказано, сколько продуктов тебе понадобится, чтобы затолкнуть куда-то там. А теперь смешай все вместе. Все нормально. Отлично, малыш. Теперь, когда ты освоил основы, давай перейдем к более сложным вещам. Ты можешь оставлять самые разные блюда из разных ингредиентов. Попробуй, давай смешаем буррито и энчиладу. А энчилады-то у меня нет. А, есть энчилада. Поздравляю, новичок, у тебя получилось приготовить из энчилады и буррито. До тебя этого еще никто не делал. Была не была, вот тебе еще парочка рецептов, они могут спасти твою задницу от больших проблем. Набор рецептов создания предметов, ключевой предмет. Не забывай пополнять свой арсенал по прокачке. Так, начинающий ремесленник, опа. Плюс 30 опыт. Новый уровень. Третий уровень уже. Малая ячейка открыта. Новая ячейка для артефактов. Зашибись. Зашибись, любитель поработать руками. У меня есть парочка новинок. Хватай их, пока горячие. Съешь, когда остынут. Колба оргазмической силы. Нифига. А, баттерскримигу. Все, понял. Так, где тут моя сила? Артефакты. Малая ячейка. Зашибись. Так, малую ячейку мы всунем. О, это новинка. Амулет созерцания. Сделан из особого металла кем-то с очень сомнительной репутацией. Ну да, неудивительно. Так, это что? Кузница гнева. Мощный проводник. Так, 3-3-3. А, и здоровье плюс 22. Проводник деревенской неотесанности, трансформирующий социальную нетерпимость в кинетическую энергию. Ну, короче, самое крутое, это если я поставлю еще один такой же инопланетный зонд. В любом случае будет так же круто. То есть, если я еще урон от действия артефакта, еще плюс 20 будет. Это урон от действия эффекта. А это будет дополнено полное исцеление. А ладно, давай, была не была. Пусть будет два таких. Можно еще редактировать. А, редактировать это просто менять. Ну, хорошо. Все, пока, товарищ повар. И еще кое-что. Чего? Говорят, что есть такой мощный пердеж, что с его помощью можно искривлять время. И тебе не шутки.
Ладно, пойдем к москиту, что теперь делать-то? Любили поработать руками. Блин, я же его первый ударил. Два раза бил. О, их пятеро. Круто. Моей армии нет равных, друзья, енота. Ну да, конечно. Попробуем их замочить. А, ну-ка. Ох, хорош. И инвиз получил. Это, кстати, хорошо. Машина. Пошли с дороги, козлы. Ну-ка, давай-ка Нюкит сейчас что-нибудь сделает. А Нюкит такое сейчас сделает. Иммунитет. А, он в фольге. Он Human Kite. Так, а Human Kite у нас будет бить лазерами. А, блин, у этого тоже надо... Ух ты, падла, еще и суицидник. О, это плохо. Кстати, этих чертей нельзя к себе подпускать. Они, блин, же эти самые. Он взбешен. Нифига. Чувак, возьми себя в руки. Ой, блин. О, возле ринопластики у нас занятие. Нормально отбил. Ой, волшебник. Одну пропустил. А, у этого черта тоже иммунитет к огню. Блин. На-ка. Так. Оу. Нормально. Блять. Эти суицидники меня достали. Да, этому нормально. Замедление. Так. Ща Нюкит замутит. Здравствуйте, Суперзверь. Тот момент, когда плохие парни сожалеют о своей жизни... вообще о своем существовании. Так, DVD-диск, программа обучения приспешников, валюта... вся прочая хрень. Так, пошли дальше. Этих ублюдков мы замочили, теперь здесь не будут стоять и мешаться нам. Так, где наш... проход? А проход что? Вот он? Точно, глянь! А, стоп. Ящичек. Бутылочка наркомана, ключевой предмет. Пойдем-ка сюда. Ух ты, на таком я еще не был. Ага, это удерживать. Опа. Бляха-муха. Это сложно. Вот это легко. Давай. Неплохо. Еще газов добавляем. Мало газов вначале, просрал много газов. Теперь вот это... Не высрался. О, высрался. Че, серьезно? Прошел? Капитанский журнал, биологически опасное вещество. Нормально, я думал, я не пройду. Медная труба. Вы несовершеннолетнее лицо, пытаетесь проникнуть на территорию, где охраняются наркотические вещества. Отойдите от двери или будете уничтожены. Нифига. Ну, падла, нифига. Family meal. 10 баксов. Вообще нормально. Помнишь чудо близнецов? Я помню, еще питомца космической обезьяны. Помнишь, как чудо-женщина летала, не двинули? Это изюминки, новичок. Москит наверняка внутри. Только не вздумай покинуть... А, клюнуть на их фирменные проститутские фишки. О,
О, нифига тут вообще, там прям вот. Приветствуем Вейзевен, как сегодня без друзей? Ну-ка, иди ко мне, сладенький. Сюда, перчик. Знаешь, я снимаюсь только с супергероями-каратистами, которые заплатили за это. Ой, извини, я фоткаюсь только с элементалями. Да шо вы, блин, такие балбесы здесь, а? Тут король ходит. Да, я фотографируюсь только с киллерами, такая у меня фишка. Какие дети больные здесь вообще. Ой-ой, ну и толпень сегодня, что не то, что вчера. Сейчас одна из девочек к тебе подойдет. Он разве не очаровашка? Он тоже сможет съесть гору крылышек. Ну поэтому я, короче, взлетел прямо в небо и навалял всем злодеям. Вау, не знала, что маски такие крутые. И еще вот, слышала про вирус, что-то там. Еще тарелочку, милошек. А, пиши на мой счет. Гуляешь по-крупному. Эй, пацан, отвали, это мои телочки. Какой ты супергерой. После этого? Супер. Погоди. О боже, задание, друзья. Совсем забыл про это. Назад, вертихвостки. Москит вас раскусил. О чем ты, чувак? Девочки из изюминок. Это москитов криптонит. Он должен быть что? Ну ладно, вот твой счет. Ага, вот и нет, вы пытались очаровать меня. Поэтому я платить не буду. Чаевые оставь, говнюк. Без боя нам не уйти. Одолей девочек изюминок. Ну ладно, попробуем. О, все. Москит не уйдет, говорят девчонки. Потому что он сказал, что он с ними останется. Дрожь чувствует москит. Нормально, отбил. Он же все равно инвизер. Ха, одной девчонки жопа. Так, бластер. Надо вот этого говнорылого поцика бить. Вот так тебе, пью-пью. Ничего страшного, твои брови еще когда-нибудь растут. Эй, крошки, надеюсь, что вы хорошо проводите время. Кто-нибудь подменит меня на вашем, на этом ходу. Куда это ты уходишь? Иди-ка сюда. Мой мейкап остался в порядке. Блин, вообще. Мой хоботоподобный рот раскрылся от удивления. Так, давай-ка пью-пью. Блин, ну ладно, хрен с ним. Заказывайте, малышки. Ага. Поставь вторую щеку, попердень. Нифига, она еще обливалась, загорелась. О боже, теперь этот очарован. И у Джимми ж на этом ходу появилась атака, а? Все, нормально. Ну, все. Животворящая чаша. Побили девочек. Ужас. Давай, наш шанс. Эти девки мои криптонит. Ты как раз вовремя подоспел. Я тебе всю жизнь буду должен, попер... Герой ты мой. Какой криптонит у тебя? Чувак, супергероем тебе не стать, пока ты не найдешь, что против тебя плохо влияет. Фобии есть? Эмоциональные проблемы? В смысле, должно же быть что-то. Слушай, ну все в порядке, я на твоей стороне, попер... Чувак, просто тебе надо рассказать мне. Ну-ка, дай-ка посмотрю я твою анкету. Шестиклашники. Девочки-изюминки. Переспешники хаоса. Старики. Ниндзя. Вампиры. Люди-крабы. Вампиры. Давай, вампиры, ладно. Они больше раздражают, чем пугают. Но это твое дело. Да-да-да, вампиры. Анальные проходки. Вампиры.
Отлично, все готово. Я вписал туда твои данные криптоните. А теперь, москит, пора. Если будет нужен, зови друг енота. Понятно. Разблокирован товарищ, москит. Нечик, отлично справляешься. Возвращайся в логово енота. Думаю, пора поработать над твоим альтер-эго. Конец связи. О, над моим альтер-эго опять работать. Ну что ж ты хоть над ним все работаешь. Разве не круто иметь боевых товарищей, а? В городе ты будешь встречать других пацанов. Если ты им поможешь, они с радостью пойдут с тобой в бой. Надеюсь, этот совет тебе помог. Истоки 2. Новая эпоха. Поговори с енотом в логове. Так, а быстрого перемещения здесь, конечно же, нет. Союзники 8. О, установлено, союзники. Эй, членоголовый, тебе лучше ходить и оглядываться вместе с твоим супердругом Москитом. Да иди в попу. Я сюда не пойду, я наркотики не покупаю. Кот. Ну-ка, а на кота можно москит натравить? Похоже, как будто говно попало на вентилятор. Поехали. Быстроногий мой друг. Дом Картмана, скороходность. Да, давай в дом Картмана. Как удобно вообще на кнопочке. Так раз, 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 раз. Увидимся. Зелененький такой. О, ну по картине сразу понятно, что дом Картмана. Так, пароль. Так, пошла ты, мама. Так, понятно. Fuck you. Mom. Код 307. А, новичок, заходи, садись. Так, ну что там у нас? Че? Ладно, хорошо, поговорили. Слушай, я думаю, у тебя есть потенциал, и я собираюсь продвинуть тебя. Чью-нибудь напарника или типа того. Поздравляю. Я просто хотел немного поговорить о твоем амплуа супергероя. Твой герой полный отстой, если честно. И я позволю тебе выбрать два класса одновременно. Давай выбери еще одну способность. Какой набор тебе добавить в твой репертуар? Медиум. Так, просмотр ночной рекламы телемагазинов превратил твой мозг медиума в настоящее оружие, наделив его способностью защищать союзников, ослаблять врагов. У киборга одна установка – ломать и крушить, и он хозяйничает на поле боя, используя свои фирменные приемы, мощные рывки к себе и удары, отбрасывающие врагов назад. Если рядом элементаль, без шторма не обойтись, шокирует и обмораживает врагов, направляет на союзников положительные эффекты и держит идеальный уровень влажности 40%. О, у киборга нормальные атаки. Давай киборга возьмем. Думаю, эти два класса чудесно сочетаются, но теперь тебе нужно проделать историю становления заново, так что давай вернемся к твоей судьбоносной ночи, назад в твое детство. Ту ночь тебе никак не удавалось уснуть. Все потому, что тебе хотелось, чтобы мир стал более безопасным местом, и ты подходишь к зеркалу. Подхожу, давай. Ты смотришь в зеркало и думаешь, а смог бы кто-то тебя полюбить? Затем ты слышишь шум, потом ты понимаешь, что плачет ребенок. В коридоре ты видишь, как два парня бьют беззащитное дитя, лежащее на полу. Тебе нужно защитить ребенка, да? Тебе известно, кто может поставить их, поэтому ты используешь свою доселе неизвестную силу. Сквозь твои гибернетические конечности протекает огромная энергия. Ты сформулировал что-то там, оказалось в твоем коридоре. А, понятно. Что ты здесь забыл, пацан? Да, вряд ли догадывались, что ты был не просто пацаном, а каким-то кибернетически наделенным пацаном. Первую способность ты использовал на первых двух. А, понятно. Здесь тоже надо ждать. Поскольку мордоворот был под напряжением, у дружков ударило током. О, нифига. О боже. О боже. Это же Шер. Черт, как я зол. Должен кто-нибудь дать по морде этому маленькому говну. Взломщик попытался тебя ударить, но энергия поглотила удар. Как же я зол.
А, бандиты разошлись в разные стороны. Ух ты. Нормально. А, он их об себя ударил. Понятно. Альфа-злодей. Как вообще эти магниты работают? Мощнейшая способность разблокирована. Последний злодей обрушил на тебя шквал атак. Ё-моё, ни хрена. Ух ты, блин, так держать. Охренеть. Он больше похож на робота, чем на человека. И ты побеждаешь, ты берешь ребенка на руки и относишь в безопасное место, но тут произошло невообразимое. Ты видишь, как твои родители в кровати там, чё там... И тебе приходится жить с тем чувством, что ты держишь на руках ребенка, а тебе надо тебя насрать. Опа. Еноты, друзья. Правда, ну правда, пацаны, тревога. На сигнал тревоги для енота и друзей. Что происходит? Это борцы за свободу. Кто на этот раз? Приходите в главную улицу, быстро. Скоро будем. Слушай, новичок, похоже, твои новые способности сейчас как раз пригодятся. За мной. Только костюм мне портить не надо. Открыть телефон можно с помощью... Так, открой приложение способности. Ну-ка. В способности выделено 4 ячейки. Все, понятно. Здесь можно выбрать между бластером ответный взрыв. Фарадеева ярость. Так. О, давай Фарадееву ярость. Ну ладно, пока так оставим. Пошли, енот. Обормот. Попереди, у нас нет времени. Енот и его друзья, внимание всем членам банды, енот и его друзья собраться на главную улицу. Ну конечно. Сюда, попердень, к автобусу остановки. Это кратчайший путь. Пойдем. Новичок, что ты сегодня принадлежишь к двум глазам? Отлично, вжжжж. О. Да, сюда, не останавливайся, к автобусной остановке. Блин, хуже миссии прикрытия нет ничего. Ну, сам придумал. Ну, черт побери. Почти у цели, отправляйся на главную улицу, попердень, не готовься к битве. Да, чуть дальше. А сам-то сидит на знаке и ничего не делает, козлина, а? Ленивая жопа. Мы должны работать в паре, забыл, Твик? Нет, я не забыл, когда бросил енота и его друзей, ты должен был сделать то же самое. Мне нравятся еноты, друзья, потому что были собственные фильмы. Слава богу, ты здесь. О боже, чудо Твик представлен. Ваша банда полная чепуха. Потому что ты, Твик, предатель, и тусуешься с суперпредателями. И все началось с тебя, из-за таких, как ты, решивших, что у них своя, короче, франшиза. Мы вышли из вашей франшизы, Мистерион. Эрик, ты должен меня выслушать. Сейчас я говорю с тобой с помощью телепатии. Вали из моей головы, Тимми. Ваш франшизы нет будущего. Посмотри правде в лицо, Эрик. Вы, ребята, просто чмошники. Он так что назвал нас смошниками в моей голове. Ну все, пацаны, сволочь. Хренов козел. Друзья, и надо разберитесь с этими мудаками. Одолей борцов за свободу. Сейчас одолеем чё. Потанцуем. Надо воспринять их буквально, так что я танцую. Начнем бой. Ага. Первый ходит кто? Москит? Ну что, пустим газы. Мерзость, чувак. Я чё-то Твик. Нормально, отбили. Чудо Твика. Так. На-ка. Нормально, откинул еще так. Очень приличненько. Ой, током еще бьет. Пиу-пиу. Сраные лазеры. Бессмертному четвероклашке, который блюет. Да. Что,
Ха. Опять машина. Ну, ребенок блюет, хватит сигналить. Да пошел ты нахер, он с гражданской войны мудила. Оу. Ну-ка. Тупервара убил он, нет? Ой, током бьет, нормально. Контейнера смерч. Да приведет тебя в чувство. Ну... Наблевал себе в коробочку сам. Оу. Ух ты. Крутой москит. Жаль, что врагов он этим ударом тока не бьет. Я отправлю вас... Чего? А. Попробуй полетать со льдом на крыльях. Так никто ж летать не будет. Так. Че, больно говорит? Ну и сюрприз. Оу. На-ка. Минутка, я просто хочу высосать из трупов. Фу, то есть, ну, в этом смысле. Мерзяка. Маска внутреннего ока. Фанфик Крейга и Чудо-Твика. Я все понял. Все я понял. Отлично работа, новичок, у тебя отлично получается. Эй, погодите, а как же енот? Вот дерьмо, погнали. Енот, что случилось? Тимми удрал? Он полностью изнасиловал мой мозг. Ты в порядке? Нет, серьезно, он вынес мне весь мозг, а? Я схватил его. Мы немного поборолись, но его ментальные способности слишком сильны. Так мы зря старались? Не совсем. У меня остался сотовый Тимми. Правда? Теперь мы вычислим. Возвращаемся в штаб. Супер Крейг проанализирует данные. Нечего подслушивать. Я знаю, где ты живешь. Теперь ты знаешь, как я пахну. Так, теперь опять к еноту надо дуть. Так, где моя быстрая перемещалка? Вот я к ней иду. Ну-ка. Да будет известно, енот и его друзья победили борцов за свободу в гражданской войне. Енот и его друзья борцы за. Давай-ка быстро, бегун, беги сюда. Том Картмана, да, давай. Да увидимся, не очкуй. Ну-ка, чё они там расшифровали? Пошла ты, мама, ага, понятно. Fuck you, mom. Да зачем я вышел? А вот ты, пупердень. Ладно, пора браться за работу. Крейг, что ты нашел, Супер Крейг? В телефоне Джимми были какие-то записи. Там говорится о какой-то девахе, которая может знать о преступлении, которое происходит в городе. Какой девахе? Просто сказано, что надо идти леди с татуировкой в виде члена. Какой девахе в виде члена? Я не знаю, москит, но борцы за свободу, наверное, думают, что она знает, где найти пропавшего кота. Если борцы за свободу найдут ее раньше нас, они получат $100 награды. Нельзя позволить этому случиться. Борцы за свободу, вы должны заполучить жирный контракт на франшизу. В этом случае надо найти телку с татуировкой сегодня же вечером. Скороход прав, надо узнать сегодня вечером и обшарить весь город. Что скажешь, новичок, с нами? Слушай, если хочешь быть другом еноты, нужно научиться общаться. Ага, кто вообще взял его к нам? Парни, не наезжайте, у человека было сложное детство. У 6-летнего ребенка трахались родители. Что? Прости, но пришло время рассказать твою трагическую историю всем. Попередней никому не верит, потому что его родители трахались, а ему не удалось этого предотвратить. Бред какой-то. Я знаю. Как может человек доверять, которому единственным любимым человеком? Карман. Все наши родители трахаются. Да? Так и должно быть, идиот. Ну да, как будто твой папа трахнул твою маму, Кейл, да? Да.
Он это сделал, именно поэтому я здесь, дебил. Не кради историю усыновления, это некрасиво. Какой же ты тупой, у каждого, кто живет на земле, есть папа, который чпокает его маму. Стоп, 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 это сейчас не важно. Нужно найти леди с татуировкой в пенис. Ладно, пошли домой, надо готовиться к вчерашнему заданию. Погнали, друзья. Ну, он и идиотина. Боюсь, тебе всю жизнь придется сталкиваться с подобным ханжеством. Попердень. Если люди не могут что-то понять, они будут над тобой издеваться. Сегодня вечером ты будешь напарником одного из друзей. А пока иди домой, твои родители не уснут. И незаметно уйдешь. Переодеться? Нет. Не хочу. Зачем? Мне так нравится. Так меня уважают, узнают в городе. Так улучшается мой статус супергероя. Зачем мне переодеваться-то? Я не какой-то там подкроватный такой-то подковерный супергерой. Чего? Зайди к себе домой. А где мой дом? Вообще нет, домой. Зайди к себе домой. Да, логично. Да ебдрить, он опять первый ударил. Да и пошли они нахер, сейчас мы их запинаем. Ужин подан, в роли ужина пиздюки. Окей, кто следующий таргет моей unbridled rage? Ух ты, нормальный укус. Кровь четвертой группы. И сам обливался. Шестиклашка и игольщик. О. Козявки у него мощные, у него размером с голову. Пью-пью. Все, один готов. Вот так вам. Шестиклашки проклятые. О, москит, все, москит помер почти. Москит нос сломали. Шестиклашки, шестиклашки. Все, чтобы они не мешали здесь. Побей шестиклашек 10, освой начинающий громила шестиклашек. Теперь обычный шестиклашка. Ой, четырехклашка. О чем ты думала, блин, когда заговорил со школьным психологом? Зачем вообще на звонок ответил? Ты совсем нахрен сдурел, что ли? Наш ребенок почувствовал потребность поговорить со школьным психологом. Разве тебя это не волнует? Ты рассказала ему правду? Да, я сказала, что мы знали о проблемах гендерной идентификации нашего ребенка. Тупая сучка, ты все испортишь. Как бы говорил наркош, обдолбанный, надо выпить. Конечно, залей свои проблемы бутылочкой шарданы, тупая мымра. О, привет, хулиган. Ну что сегодня, во что сегодня играли? Я еле на ногах держусь, я устал. Пойду спать. Если захочешь поесть, уже на столе, шалопай. А потом иди сразу в кровать, хорошо? У курок, алкашка. Приготовься к ночным приключениям, зайди к себе домой. Так, поесть надо. Весело дома. Хоть не заходи домой. Все, поел. Поужинай. Отправляйся в комнату и поспи. Пусть что-нибудь говорит. Ничего в холодильнике нет. Ни хрена нет. Уже закат на улице. Пойдем к себе в комнату. Мать рыдает, бухает, он все жрет. Беспредел. Ну что ты скачиваешься? До сих пор все апдейтинг, просто пипец. Ну-ка, что у нас тут? Соколиные глаза, костюм. Стиляга, костюм. Сумеречные локоны, костюм. Вообще ни хрена. Пойдем спать. Спать, спать, спать. Малышка, я просто хочу сказать тебе, что бы ни случилось, мама всегда тебя любила. Сладких снов. Ночь. В это время на улицу вылезают все отморозки. Тем хуже для них, потому что ночь, время и нота. Кинь. О! Сбеги из дома.
Пух. Все. Погнали. Так, а что у нас там с костюмами-то? Одежда. Все, теперь мы похожи на неизвестного человека. Опа. О, хорошая киса, хорошая киска. Найти ключ. А, вот ключ. Ключ от бронзового замка. Пойдем. Начинающий гений головоломок. Ага, не бойся, ведь я капитан Диабетис. Капитан Диабет. Не знаю, почему они его инсулин называют. Да, джентльмен с прекрасными манерами и могуществом диабета в его распоряжении. Раньше я был обычным учеником начальной школы, но однажды, в результате неудачного научного опыта, мой диабет стал мне, дал мне сверхчеловеческую силу. Ну что, напарник, есть одна барышня, которая готова рассказать, где пропавший кот. Пойдем за мной. О, капитан Диабет. Готов? Погнали, напарник. Кайлу, сюда. Я вообще похож на вора-форточника, только с короной. О боже. Тупая сука, посмотрим, как тебе это понравится. Я капитан Инсулин, а это мой верный напарник. Ну ладно, ну-ка уйди с дороги, мне надо еще пиво купить. Прошу прощения, но капитан Диабет не может позволить вам сесть за руль. Я могу вести машину, ясно? Валите отсюда. А ну отдай сюда мои ключи. Вы не в состоянии, сэр. Я в порядке, ясно? Смотри, смотри, видишь, все в порядке. Понял? Ключи отдай, пожалуйста. Я верну их завтра. Отдай мне мои гребаные ключи, маленький говнюк. Одолей Рэнди. Ну ладно, ты будешь танцевать, но вперед. Как Рэнди. Я чуть выпивку не пролил. О, капитан Диабет. Ага. Ага. Ух ты, блин, у него дикие вообще. Нифига он. Ваши ключи останутся у меня и точка. Похоже, я потерял ключи, их никто не видел. Отдай мне гребаные ключи. Блин. Как он машину-то свою все бьет, или не свою. А, так а я могу сюда встать. Нет, все, сила, 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 сила. А-а-а. X. И нельзя вверх бить. Так, а это что делает? Удар на мат, брос врагов назад, создавать защиту. Ну, давай попробуем. Ух. Так что усталость там, туда-сюда. Let's do this, diabetes and... Ого, как я тут очутился. Я мне до сих пор как к магниту тянет. Так, а чё получается? А, вот так можно его. Тебе реально надо вступить в анонимные алкоголики. Я уже не в одном глазу. Ты можешь отдашь мне ключи, а? Я могу вести машину, я пор... Теперь ты понял? Примерно 11 утра завтра ты сможешь сесть за руль. Уже где-то 11 утра. Так, значит... Так... Ого, вот так, значит? О. Ух, я защищен. Ой, ну Рэнди не так уж силен. Ну, можешь поехать в магазин вместе, ты сядешь за руль.
Ладно, согласен. Тогда я не мог вести машину, а теперь могу. Спасибо, что подстраховал. Верни ключи. К сожалению, я вынужден констатировать, что вы не способны управлять транспортным средством. А, он над ним вообще издевается. Просто не по-человечески. Мощная способность готова. О-о-о! Капитан Диабет. Ни хрена он. Ни хрена. Я отберу свои ключи после того, как немножко вздремнул. Спокойной ночи, мистер Марш. Сосуд Бахуса. Артефакт. Собери разных артефактов. 25 штук. Ладно, напарник, пора браться за работу. Теперь я узнал, кто машину ломал. Вперед, можешь срезать путь через что? Кайла сейчас нет, он на другом задании. Но мы сами все, напарник, нам придется разобраться с этими делами самим. А, нам надо... А, стоп. А, просто иди наверх, напарник. Пойдем. Срежем через чердак. Енот разрешил. Иногда, когда я употребляю слишком много сахара, я становлюсь неуправляемым. Это секретная база человека-воздушного змея. Придешь меня ужасно злит, но тот говорит, что из-за того, что моя мама пукнула во время родов, вызвав у меня диабет. Лично я не думаю, что диабет у меня из-за этого. Я считаю, что это дар, чтобы бороться с преступностью. Мы можем срезать через это окно. Идя на секретную базу, я навел там порядок и сознал, что, пожалуй, супергерой. А, он даже лестницу не поставил, чтоб вот так. Да блин. Ну, давай же. Я нашел. Касание ангела. Так, здесь больше ничего взять нельзя. Начинающий гений головоломок. А, не, ничего здесь не возьмешь. О! Использует это на свой страх и риск. Бесстрашный герой и его напарник спускаются с небес под покровом ночи, чтобы избавить город от зла. Ты же не думаешь, что у людей возникнет диабет от того, что их мамы пукают во время рода, правда? Мне тоже так кажется. Енот выдумал, чтобы внушить капитану диабету, что у него диабет именно из-за этого. Как видишь, напарник, ночью Южный парк совсем не такой, как днем. Нам нужно добраться до мятного бегемота. Идем на городскую площадь. Ох, такой Саус Парк ночью классный. Намного лучше. О, зажигалки реально зажигают, мать вашу. Та лучшая группа. Я бы им отдался, если бы они захотели. О. Не лезь без очереди. Моя инфлиновая ярость именно то, что нужно. О. О боже, накрывает. Сколько же сахара. О, говно растеклось-то как. Ты что, диабет? О боже, это слишком, мне нужен инсулин. Инсулин, скорее. А, я снова в норме, видишь? Я научился мастерски контролировать свой диабет. Следуй за мной. Следую. А что там за зажигалки-то? Я что-то не посмотрел даже. А, там не видно никого. Фрибёрд. Так, здесь что-нибудь есть? Whole Foods. Кстати, классная картинка. Вот это вот. Вот это. Пойдем быстрее. Быстрее. South Park Police Station. Ух ты, нифига, тут все заставлено. Girls, girls, girls. Peppermint Hippo. Именно здесь мы найдем нашу барышню. Там наверняка будут стрёмные персонажи и куча сисек. Вперед, заходим. Ну что, ребят, на этом серию мы закончим. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, вступайте в паблик ВКонтакте, пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте проверять плейлисты на наличие новых видео.
Если вы нажали колокольчик, все это будет автоматически у вас показываться. Всем удачи и пока.